Фестиваль американского кино у французском Давиле проводится уже в 43-й раз. В этом году его жюри возглавляет Мишель Хазанавичус. В программе форума чествование Лоры Дерн. Не только дочери знаменитого Брюса Дерна, но и состоявшейся серьезной драматической актрисы. В ее творческой копилке и Оскары сотрудничество с таким значительным мэтром, как Дэвид Линч. Работа в кино – это умение начинать каждый раз сначала, забывая о предыдущих достижениях и наградах. Нашей профессии не бывает прошлых заслуг, и всякий раз приходится работать над собой, чтобы достойно и убедительно воплотить выбранную героиню на экране. Во Франции действует режим ЧП в связи с возможными терактами, поэтому такого рода форумы сопровождаются повышенными мерами безопасности. В главном конкурсе фестиваля – ленты, которые во многом отражают тот мир, который создают американские кинематографисты, а работают ли они с большими студиями, крупными бюджетами или сотрудничают с независимыми продюсерами, снимая фильмы за небольшие деньги. Среди гостей фестиваля и Роберт Паттинсон. Он отмечен специальной наградой. Актер также представил на форуме ленту со своим участием. Она называется «Хорошее время». Я давно собирался побывать в Давиле, и вот тут такая чудесная возможность появилась. Конечно, я смущен. Удивительно, что меня решили отметить столь почетным призом. Криминальная драма «Хорошее время» была отобрана также и для участия в главной конкурсной программе форума в Каннах, который состоялся весной этого года. Поставили фильм «Бен и Джошуа Сефди». Мы хотели сделать что-то в стилистике криминального чтива. И в то же время нам нравится фильм, жанр которого я бы определил как неонуар. С другой стороны, мы стремились рассказать и о проблемах нынешнего американского социума. Америка — страна неограниченных возможностей, но именно это обстоятельство делает ее порой столь опасным местом для жизни, особенно в наши дни. Джефф Голдблюм приехал на Давильский форум со всей семьей. И с видимым удовольствием прогулялся по набережной, украшенной знаменитыми пляжными кабинками с именами американских кинозвезд. Голдблюм был настроен философски. Питерсон. Я медитирую почти ежедневно. Это мне кажется необходимым, чтобы достичь гармонии. Я чувствую бесконечную признательность судьбе, которая одарила меня таким колоссальным шансом, дав возможность стать актером. Я хочу лишь того, чтобы удача от меня в ближайшие годы не отворачивалась и была бы по-прежнему благосклонной. Поэтому я стараюсь благодарить за все, что со мной происходит, мою счастливую звезду. Имена победителей нынешнего кинофорума станут известны 9 сентября.